этом влоге, который вы сейчас смотрите, у меня там кусочек неправильно был записан, я держала камеру не той стороной, поэтому изображение получилось вертикальное, там пол головы не видно и вообще ничего не слышно. И, в общем, там я рассказывала, как вы могли уже увидеть, у нас капал дождь, вернее, шел сильный ливень, и я решила прогуляться до садика, до своей работы, посмотреть какой-то ближний путь, чтобы потом не ходить до него. И, в общем, потом я как-то не так пошла, там заблудилась. В итоге пришла домой вся мокрая насквозь и с кровавыми ногами. Девчонки, в общем, добралась я до дома нормально, просто насквозь вся мокрая, и шорты, и футболка, и все, и сумка. Что уже говорить про тапки, все, они мокрые у меня, в общем, все. И из-за того, что я, естественно, хожу без носков, потому что лето в тапках своих, из-за того, что было мокро, и я ходила практически по лужам, потому что везде были лужи, то у меня просто ноги стерты в мясо. Нет, все у меня постерто. Да, чтобы окончательно вообще не заболеть, потому что скоро я выхожу на работу, я пойду себе сделаю бомбочку, вернее, ванну с бомбочкой, сам покажу. Уже тут сделала я. Здесь у меня сделана бомбочка лашевская с роботом. Не обращайте внимания на нашу ванну, поскольку в общем, квартиру мы сейчас снимаем, и нам как хозяйка объяснила, что когда раньше в этой квартире хотели делать ванну, типа ее покрасить, и как бы раньше времени залили воду в ванну, то есть краска еще не высохла, и поэтому везде такие зеленые разводы. Так что она не грязная, просто такие разводы, чтобы не было лишних вопросов, комментариев. Так что сейчас я пойду смою лицо свое и хочу сделать вот такую вот маску от Lush. Называется она BB Seaweed с водорослями. Я недавно поменяла 5 пустых баночек и вот выбрала такую маску. Надеюсь, она мне понравится. И потом уже я хочу сделать покушать что-нибудь нам. И что придумаю, то вам покажу. Так, значит, тут я сделала желе. Если там киви, по-моему, со вкусом киви, они у меня остынут, кружечки, и я их отправлю в холодильник. А в мультиварке я здесь делаю так, макароны с тушенкой. Я сначала поджарила лук, поскольку морковки не было, я просто обжарила красный лук на режиме жарко, буквально несколько минут. Потом положила сухие макароны, грамм 200 фарша, соль, специи, добавила водички, все перемешала и добавила я томатной пасты. И на режиме тушения у меня все делается, это 1 час.